Всем привет, с вами Penny Press и это Case Battle. Сегодня снова будем открывать на нем. Я пополнил баланс на 200 рублей. Без промокода, хочу заметить, без промокода. Вот эти 30 рублей, которые это мне прилетели. Я вчера говорил, что я там не смог на видосе крутануть бесплатный кейс. В общем, с бесплатного кейса мне прилетел тридцатник, да, и я вот его только с утра сегодня вспомнил про него, крутанул, и там 35 рублей прилетело. В общем, бесплатного кейса. Так что я снова без промокода. Короче, здесь какие-то проблемы. У Стима скины не выводятся, да. То есть, Глок я так и не вывел. Только сегодня понял, что я его не вывел. Сегодня только смог в Стим зайти, увидеть, что я его не вывел. Вот. Ладно, что вообще разбазарился? Короче, давайте мы розыгрыш проведем сперва. Короче, сперва проводим розыгрыш. Вот этот видос у нас участвовал в розыгрыше, да. Круто очень. 33 комментария написали, 26 лайков. Ну, а это значит, что... То не все, кто написали комментарии, прожали лайки. Ребята, если сейчас вы выиграете, но не забыли прожать лайк, ну не обижайтесь. В общем, не забывайте прожимать лайки. Ребят, меня это мотивирует. Мне говорит это о том, что видосы заходят. Ну а если они заходят, я продолжаю их снимать. Вот. Такая простая математика. В общем, выбираем победителя. Кто же станет победителем на скинчик? В общем, напомню, что скин это там этот Террорюга. Террорюга доктор Романов. Или Романов. В общем, он. Ну и кто? Кто это? Это Никита Фролов. Никита Фролов. Почему коммент удалился? Там такой годный анекдот был. Ой, Никит, не знаю. Не знаю, почему твои анекдоты удаляет YouTube. Ну что? Все. Условия все выполнены. Вот так вот просто. Никита, единственное, смотри, мы сейчас глянем, как давно ты с нами, да? Ну, чтобы потом у ребят не было сомнений, скажут, что за фигня. Там же мне обычно пишут там. То на стримах, то там в комментарии. А ты не проверил, когда он подписан. Ну, давай смотрим. Вот здесь вот я вижу, что тебя нету в первой неделе, да? Тебя в первой неделе нету. А это значит, что ты подписан уже больше, чем одна неделя. Вот, давай посмотрим. Удастся ли мне найти... Потому что я знаю, ты давно подписан, Никит. Я знаю, реально. Вот он, ты с 10 февраля. Ребят, ну здесь нету сомнений, да, что человек подписан больше недели, выполнил все условия, вот, да? А это значит, что скин твой, Никит, вот, в общем, под свой видос, под ответить, кидаешь трейд-ссылочку, а я отправляю тебе скинчик. Если Steam будет глючить там что-то это, тудым-сюдым, да, ну ты не обессудь, в общем, я как тебе отправлю, так тебе и отправлю. Ну, в общем, а я полетел на косе батл. Косе батл, тут так вот и написано, косе баттле. Крутить кейсики. Какая страта? У нас есть 236 рублей на балансе. Деньги просто нереально огромные. С такими деньгами можно даже симпла крутануть один разок. Давай вот мы его и крутанем. Посмотрим, как он мне побреет сегодня или поброет. Поброет, блять. Да, ебаный ты. Симпл. Ладно, мы тебя оставим, потому что надо что-то нам будет. Что-то нам надо будет. Давай тогда, Сильвер. Что-то Симпл стал чудить, сука. То он давал нормально, а то сейчас вообще бороду прописывает. Или бороду. Потная труба. А, блядь, полная. Полная труба. Я спрашиваю, думаю, что за стрим. Нихуя себе. Ебал, блядь, за 13 рублей 60 выпало. И, сука, за 125 60. Вот и это, да? Вот и это тебе то. Вот и думай, что крутить. Прототип. Ну, тут, конечно. Алупа. Именно алупа, да? Скумбрия. О, скумбрия. А, еще. Еще разок, да. Кватка. 5 рублей тоже, ну. Тоже борода. Райский страж. 17 рублей. Ну что, давай посмотрим, сколько в итоге. В итоге 226. В итоге
Так, я тот свой скин забрал, да, вывел. Блядь, давай-ка мы, подожди, давай контр, самый дешманский сделаем контры. Вот, есть 3 кон, 12 на 55, посмотрим как. Подписька, писька. Пиксельный камуфляж металлический, да? Отлично, 200, сколько теперь? 230, о-о-о, 30 рублей наварились. Так, что сделать, блядь? Все продать? Все продать и дать еще один шанс Симплу. Давай дадим. Симпл, я даю тебе еще один шанс. Ты где? А, ну тут дохуя кейсов. Ну-ка, посмотрим, что ты. Как ты, ёптать. Хуйня вообще. А, нет. Нет, нет, нет. Я думал, это... Выглядит-то он стрёмно. Выглядит-то стрёмно. Ну ладно, 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 извиняюсь. Я беру свои слова обратно. Симпл, не обижайся там. Только не надо ныть там, блядь. Маме жаловаться. Успокойся, все нормально. Все нормально. Разрулили. То есть ты вернул даже. Вернул, все нормально. Все не... Симпл, не пизди там. Все, забись, не обижайся. Ну-ка, давай еще мы сейчас это... Может, сейчас еще поднимем на один симпл отсюда. Вот так посмотрим, да? Генератор. Ну, один скинчик на вывод есть. На вывод есть один скин. Не, ну надо-то, чтобы не как в магазин сходил, да, то есть 200-200. А надо чего-то побольше, побольше, погуще, побаще, посмочнее, посочнее. Что-то да надо. С... Так, элита как-то не очень особо окупает. Коммутатор. Слушай, ну по-моему я должен был на один кейс симпла набить еще, да? Это дешевая штука. Должен был. Или еще какие кейсы погонять? Африканская сетка. 11. Ну-ка, сколько? 284. Если учесть, что тот на 160 там, да? Так, давай мы это продаем. Продаем. Так, нет, тебя я не продаю. Все продано, да? 168,89. Хорошо. На сколько? На 125,51. Ровно еще, сука, на один кейс симпла хватает, да? Че, крутануть еще один кейс симпла, я думаю, еще. Посмотрим, как он даст, а там потом будем думать. Давай, ладно, давай еще разок, Сек. Посмотрим, то есть нормальный ты мужик или нет. Брифинг. Нормально, да? А, нет, ты не окупил, да, сука? Ты не окупил. Итого 3 сотки получается, да? Та-та-та-та-та-та-та. Блять, конечно, по идее бы апгрейд. Но у меня два апгрейда даже нету. Ну, не знаю, только тебя, если попробовать поставить на процентов на 50. Ну, рублей, может, ну, рублей на 300 можете попробовать поставить. На 3 сотни и посмотреть, как ты, что ты, да? Сувенирка, блядь, хуйня. Кортисейра. Элитное снаряжение. 38,52. Давай, короче, попробуем один апгрейд сделать. Вот такой вот, да? То есть не 10%, а вот такой. Посмотрим, как он даст вообще 30%. Ну, даст, даст. Не даст, не даст. Заберу барокко и будет с ним вот так вот как-то. Нет, сучка, не дал, да? Не дал. Ах, не дал. Блять, может барокко ебануть. На рублей 500, да? Давай контент сделаем. Давай контент сделаем. 5 сотен ебанем. Ебанем на 5 сотен барокко. Вот тут эмка какая-то. Звездный крейсер, да? Оху, давай. В принципе, я пока еще вровне. Да лады, шадышит. Ну вот и все. Вот и все. What the fuck, да? А, what the fuck. Ну, вот так падок, вот чудо, вот the fuck. Вот так вот. В общем, все, ребята. Слился, проебался, да. То есть я как бы там чуть-чуть по кропалям не любитель, блядь. Хуйней страдать. В общем, такая фигня. Ну ничего, нормально, контент сделали. Ребята, в общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии.
участвуйте в розыгрышах и побеждайте. Всем пока и до новых встреч.